Еще раз всех приветствуем, всем доброе утро. Уже вижу в нашем чате вопросы. Замечательно, значит, будем отвечать сегодня на них. У нас очередная сегодня рабочая встреча, очередная планерка. Как всегда, у нас организационные вопросы. И самый большой вопрос, самый большой акцент на сегодня мы делаем на наш маркетинг-план, на наше дальнейшее сотрудничество по выстраиванию наших планов. Коллеги, в самом начале хотела бы всех поблагодарить, в общем-то, с очень хорошим, успешным завершением этого месяца, марта. Все просто молодцы, замечательно поработали. И вы помните, какой план мы ставили в начале марта? Прошлый месяц у нас было чуть больше, около 300 тысяч. В этом месяце мы ставили большую планку 500 тысяч. Помните, да, об этом? Коллеги, я вас хочу обрадовать и сказать о том, что мы сделали больше. И давайте дождемся еще последнего дня, 31 числа, для того, чтобы мы уже на следующий раз объявили всем эту цифру. И еще раз порадовались всей нашей работе, нашим движением, нашей сплоченной команде и так далее. Но, коллеги, у нас впереди очень много дел. Вы знаете, что с приходом и подтверждением Минтранса сейчас вступают в игру уже и государственные деньги, и очень крупные инвесторы, и крупные подрядчики, и очень много подписывается договоров, соглашений и так далее. Наша работа востребована, и далее также будет еще более востребована, поэтому мы еще больше набираемся сил, профессионализма, набираемся настроения. Скоро наша встреча в Минске. И сегодня давайте мы пройдем по рабочим вопросам, по рабочим моментам. И также я сегодня передам слово Иннете Анжине, я также вижу ее на площадке, для того, чтобы мы сделали акцент на наши рабочие вопросы по маркетингу. Это очень важная часть. Потому что сейчас, на сегодняшний момент, у нас планируется уже в апреле месяце, март заканчивается, очень много промоушенов различных, и будут дополнительные вознаграждения и за рост структуры, и за объемы, и за работу команды, то есть за самый большой прирост структуры, самые большие как бы инвестиции в структуре индивидуальные и так далее. То есть будет много разных вариантов. Поэтому уже с апреля мы включаемся на полную катушку и будем ставить в план на апрель сделать миллион, в чем мы, в общем-то, не сомневаемся, поэтому работаем по полной программе. Итак, организация мероприятий на апрель. Еще раз напоминаем, и сейчас это будет уже буквально через пару дней идти мощной рекламой, и особенно с апреля месяца, практически в каждой рассылке напоминание о том, что у нас предстоит просто грандиознейшее мероприятие в Минске. Экофестиваль, как вот здесь вы видели уже в заставочке, давайте я еще раз поставлю, что это самое масштабное интересное мероприятие, так и есть. Коллеги, делаю особенный акцент на этом. Самостоятельно, пожалуйста, зайдите в личный кабинет. Обязательно зарегистрируйтесь сами, зарегистрируйте ваших людей. И сейчас, вы знаете, нужно оплачивать, у нас даже есть специальные сроки. Я помню, до 8 или до 11 числа. Постарайтесь максимально сорганизовать свои группы, сорганизовать себя, свои структуры, своих партнеров. Обязательно в апреле провести дополнительную встречу по организации поездки. Да, сейчас мы долго останавливаться на этом не будем. Вчера также очень подробно об этом говорила Иннета Анжине. Я думаю, сейчас также напомнит. То, что касается расписания на апрель. На сегодняшний момент он уже готов. До 25 числа, как мы и договаривались с вами, мы сейчас делаем все это дисциплинированно. Пожалуйста, успевайте присылать. Уже практически в рассылку 31 или 1 числа это пойдет и в головной компании РСВ, и также в Capital. Поэтому все, еще раз напоминаю, все, кто подает расписание, рабочее расписание на предыдущий месяц, естественно, попадают автоматически в список
на выплату бонусов, вне зависимости, подписали ли вы соглашение, не подписали. По поводу соглашений и договоров. Они также все готовы, кто мне прислал, и, естественно, они комплектуются и будут выдаваться на мероприятии в Минске. Просто еще раз напоминаю об этом. Итак, следующий момент у нас наш замечательный, просто шикарнейший улучшенный маркетинг. И я также хочу сказать в этом пункте, я в последующем, сейчас мы завершим, передам слово Инете Анжене, что я хотела бы вам, чтобы вы запланировали. Вот сейчас давайте мы подробнейшим образом еще раз разберем этот маркетинг. Я даже специально включила уже запись, чтобы у вас она была. И рекомендательным образом просто настоятельно вам рекомендую. Проведите отдельную встречу со своими группами региональными, со своими партнерами, для того, чтобы у всех было четкое понимание стратегии работы. Вот в самом начале я уже видела, здесь задавался вопрос, что выполнены все условия, но почему-то не появляется отображение нужного статуса и так далее. Давайте мы сейчас это как раз рассмотрим, разберем, чтобы у вас были, что называется, наизусть в голове в любое время дня и ночи все цифры, вы понимали шаги, как нужно правильно это делать. То, что касается экстра бонуса, также он продолжается, вот здесь он продлен. Ну, давайте мы пишем 23-24 апреля. Почему? Потому что на Минской конференции также будут озвучены уже следующие планы, следующие цифры. И сейчас для вас очень четкое понимание и супервозможность вот экстра бонуса. Инета, Анжена, также, я надеюсь, Инета, тогда скажешь об этом моменте, да? Идем дальше. Что у нас по мероприятиям, по новостям? То, что касается кнопки «Выписка из реестра», я еще раз напомню, что эта кнопка, эта запись, эта строка появляется в личном кабинете только у тех людей, кто уже полностью выкупил пакет, да, потому что кто-то из ваших людей, из инвесторов, может еще не полностью оплатил рассрочку, и у него в кабинете этой строки нет. То, что касается перевода акций в реестр. Очень много вопросов у меня на почте по поводу перевода в СВИК. Коллеги, все на самом деле просто. В личном кабинете СВИК вы заходите в раздел «Мои портфели», и вам нужно просто пройти по шагам. Но что важно сделать до этого момента? Вам очень важно зарегистрировать личный кабинет в РСВ, если у вас он не открыт. Пожалуйста, соблюдайте этику профессиональную. Пожалуйста, мы все, это ко всем нам относится. Соблюдайте этическое положение и старайтесь. И так это, в общем-то, и нужно делать. Подписывать, регистрировать только под теми людьми, под кем зарегистрирован этот человек. То есть соблюдаем, да, профессиональную этику, никакого разброда и шатания. То есть просто зайдите, если вы еще не зарегистрированы, если вы пришли, например, только работать с ВИК и не зарегистрированы в других кабинетах, зайдите, зарегистрируйтесь, пожалуйста, сами. Помогите вашей структуре именно выстроить, ну, правильно всю цепочку, чтобы у них своевременно появилось отображение в личном кабинете их долей, их акций. То есть с этим понятно, да? Следующий момент, у нас план мероприятий на апрель. Я еще раз просто вот здесь выставляю свой e-mail, подтверждение того, что, коллеги, я не диспетчерское бюро, просто сейчас еще раз об этом упоминаю. Пишут, ну какие только вопросы не пишут. У меня не прошла проплата, у меня там что-то, вплоть до личных вопросов. Коллеги, я очень вас уважаю всех, но вы понимаете, я на этот адрес всегда ожидаю ваше расписание, вопросы, возможно, по каким-то мероприятиям по вашим, пожалуйста, пишите, но не по всем абсолютно другим вопросам. У нас сегодня также стоял вопрос о том, что у нас на мероприятии будут выдаваться медали. Вчера Инета Анжена об этом озвучивала. Будет специальный адрес
на который можно будет написать и обозначить людей, я думаю, Нета сейчас об этом также скажет, которым нужно переслать монеты. Коллеги, будет отдельный адрес на адрес LIR555, просто подтверждаю, что я жду только ваше расписание мероприятий, вашу информацию, ваши информационные данные, вот, которые мы здесь писали, да, вот в таком формате, расписание, допустим, на апрель, телефон, город, страна, проведение, имя, фамилия. Вот некоторые мне, наши уважаемые региональные лидеры, вы же руководители, пишут в одном письме имя, фамилия, в другом письме телефон, в третьем дата и так далее. Ну, давайте мы уже как-то уважаем труд друг друга, пожалуйста, тоже дисциплинируйтесь. И я неспроста вам высылаю эту форму. Вам это очень удобно, и мне также очень удобно. Я практически копирую, чтобы не было ошибок ваших имен, фамилий, в датах и так далее. То есть я эти данные формирую и пересылаю для рассылки. Там также это все проверяется, переоформляется, поэтому очень важно, чтобы первый источник, то есть вы, кто отправляет мне эту информацию, была точной изначально. Да? И, естественно, информация, то, что касается по формированию нашей страницы, нашей замечательной команды региональных представителей, уже с апреля месяца эта страница будет начата формироваться. Значит, что еще, какой момент хотела бы вам чисто организационный по работе ваших чатов? Коллеги, я знаю, что очень хорошо работают чаты Балтийские, потому что я там добавлена, да. Это не означает, что меня нужно добавлять в ваши чаты, я не об этом. Разговор о том, что, коллеги, пожалуйста, в своих чатах выставляйте ту информацию, которую вы считаете важной и нужной для ваших регионов. Ну, самостоятельно следите, чтобы максимальное количество новостей у вас было в ваших чатах. У нас есть специальный человек в Capital, в Skyway Capital, который занимается рассылкой, то есть он делает напоминания в чатах о том, что проходят у нас вебинары, проходит вся последняя информация, то есть дубликация, то, что в личном кабинете проходит, на вашу личную почту и в чатах. Так вот такой момент. Значит, вы можете просто написать мне в личку, и написать такую фразу, что прошу добавить человека непосредственно от Capital, чтобы дополнительно расставлял информационную линию, проводил именно в вашем чате. То есть вы ставите ту информацию по вашим регионам, по мероприятиям, по встречам, то, что вы считаете нужным, но дополнительно еще у нас есть такой замечательный Евгений, который просто будет дополнительно еще выставлять в ваших чатах чисто информационные вещи, которые идут по инфовебинарам. Да? Поэтому, коллеги, просто напишите мне тогда в личку, и я добавлю Евгений. Или мы сделаем простым образом. Значит, давайте я в нашем чате региональных лидеров Евгения просто не добавлю, а напишу его ник, и вы самостоятельно с ним связываетесь и просите или добавляете его в чат. Да? Пишите, что вы региональный лидер. Я Евгения тогда поставлю также в известность. Хорошо? Сейчас давайте посмотрим, какие у нас вопросы. Так, у моего партнера выполнены все условия. Я, кстати, вижу этот также вопрос. СВИК ограничения по переводу акций. Замечательный вопрос. Коллеги, всех нас поздравляем. Эти ограничения полностью сняты, и мы сейчас ждем буквально вот со следующей недели можно будет переводить абсолютно любую сумму. Это уже утверждено и решено. Так, замечательно, Людмила, успокойте людей, все будет конвертировано чуть позже. Владимир, как всегда, в помощь, благодарю. Сейчас я хочу пригласить Иннету Анджене, и давайте мы займемся таким небольшим обучением. Это то, что я очень рекомендую вам провести в ваших группах. У нас, вот, например, в Таллине мы планируем 6 числа проводить такую встречу для партнеров отдельно, для того, чтобы мы просто доответили на все вопросы, для того, чтобы было понимание абсолютное. И двигаемся дальше.
а затем у нас происходит, например, уже презентация. Вы лучше знаете, как работать в ваших регионах с вашими командами, но специально сфокусируйтесь и проведите такую отдельную персональную встречу. Да, это очень хорошая мотивация для людей, но вы должны сами разбираться в этих вопросах. И я сейчас приглашаю на это Анжина, пожалуйста, выходи. И давайте мы немножко поработаем с этим вопросом. Инета, да. Передаю тебе слово. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Сейчас переключимся, да, уже все в настроении направляться в Минск. Я все показываю, сажать деревья, и скоро будем заниматься этим снова и снова. Сегодня все тут лидеры, я думаю, что мы все, 100%, все, вот вчера я на рабочей встрече с партнерами спрашивал, кто едет, кто не едет. К сожалению, не 90% едут, да, меньше едут. А тут, я думаю, у нас все 100%, потому что все лидеры, все знают, что ну, без нас там ну, никак, мероприятие просто не может проходить. Так, сегодня все актуальное у нас. Давайте поставим вот такие важные моменты. Специально начинаю с экстра бонуса. С экстра предложением, в радость вам и нам всем, с этим программой мы работаем весь апрель месяц, и здесь очень важные нюансы, мы можем получить экстра бонус как партнеры, так и клиенты. Здесь важный момент о том, что любой новый клиент может получить себе этот экстра бонус, то есть это бонус в виде определенного пакета акций, который добавляется основному пакету, да, и таким образом мы свой портфель улучшаем. Напоминаю, что у нас были два условия. Вы можете выбирать одно из них, которое вам кажется выгоднее или легче сделать. И тут мои рекомендации. Новым клиентам или тем клиентам, которые уже пару месяцев в этой программе, мы предлагаем условия выбрать двойной платеж. Двойной платеж всех нас запутал, много вопросов, много неясностей. Вчера старалась пояснить и сегодня повторяю, что есть специальная форма оформления этого платежа. Оно отображено в личном кабинете. Посмотрим все вместе и справимся с этим, чтобы не допускать ошибок. В марте они были допущены, с этим тоже справимся, но в апреле будем работать очень четко и корректно. Что такое двойной платеж? Это два отдельных платежа, которые произведены в течение 24 часов. Эту позицию мы выбираем для новых людей, которых только регистрируем и для них делаем оплату. То есть сперва оформляем программу, получается проплатить первый платеж и сразу делаем второй платеж. Вот и получается две проплаты в течение 24 часов и у нас зачисляется двойная оплата. А те, которые владеют этой программой уже какое-то определенное время, выбирают все-таки позицию, которая специально рядышком с программой вам указана двойной платеж. Двойные платежи старайтесь предлагать только клиентам, неважно, они новые или уже, которые несколько месяцев у вас выбрали эту программу. А для себя лично, для партнеров, пожалуйста, рекомендуем второе условие. Условие у нас три новых регистрации с проплатами, притом проплачиваем любую программу, неважно, это рассрочка, это одноразовый платеж. Самое главное, чтобы у нас был новый клиент, новый инвестор, и он действительно провел оплату. Вот три такие регистрации с проплатой в течение месяца нам дает возможность получить дополнительный бонус. Март не закончился, у нас еще есть немного времени, используйте это. А те, кто не успели, с апреля этот учет начинается снова. То есть с 1 апреля по конец месяца мы делаем три новых регистрации с проплатой каких-то любых пакетов и в результате получаем свой экстра бонус. Этим мы очень сильно увеличиваем средний дискаунт в каждой программе, увеличиваем объем портфеля и получаем очень-очень выгодные программы. То
То есть делаем на это акцент, выполняем условия, притом эти условия нам тоже помогают в маркетинге, потому что это дополнительные оплаты, это дополнительный объем. И помните, у нас был конкурс, конкурс мы запускаем дальше уже не в форме конкурса, а как добавление к маркетингу, что каждые проплаты у нас считается, сколько личных проплат мы сделали, то есть на первой личных и на первой линии. И проплаты на первой линии нам дают возможность получить дополнительные 3% к своим личным продажам. То есть здесь все комбинируется, и в целом мы понимаем, что только улучшаем, улучшаем, улучшаем свой результат. Вот снимок с экрана ваших личных кабинетов. Лидеры, теперь просьба к вам. Открываем кабинеты и на своих встречах с партнерами показываем и делаем здесь акцент именно на форму оформления пакетов. Здесь две задачи. Начнем с более легкой, то есть нижняя таблица закрыта уже цветом, зеленым цветом, показывает, что программа выплачена, выплачена раньше срока. Как только выплачена программа раньше срока, рядом показывается, открывается возможность еще заказать такую программу, сохраняя предыдущие условия. Здесь разговор о повышенных дискаунтах, которые были предложены в ноябре, в декабре прошлого года. То есть предложение актуально, оно действует, и, пожалуйста, выбираем. Выбираем, чтобы найти это предложение, заходим в кабинете на позицию «Мои рассрочки». Да, выйдите с левой стороны, открываем кабинет, открываем выбор «Мои рассрочки». Заходя на «Мои рассрочки», вы увидите все свои заранее закрытые программы. И возле программы у вас предложение выбрать программу с таким же условием. Нажимая на этот клавиш, вам предлагается возможность на $25, $50, $100 и $250. Вы выбираете любую сумму и сохраняются ваши предыдущие условия. То есть завышенный дискаунт. Это по поводу продлений. По поводу двойной оплаты. Программа чуть выше. Видите, неоплаченный график. Неважно, это ваш первый, второй месяц или уже пятый месяц. Неважно, какой месяц, важен сам принцип. Вы платите за один месяц или вы делаете двойную оплату. Когда вы делаете текущие оплаты, вы выбираете зеленую кнопку. Теперь для того, чтобы выбрать двойной платеж, вы выбираете синюю надпись «Пропускаем текущий платеж» и выбираем двойной. Нажимая на это, у вас появляется возможность сделать двойную оплату. Неважно, это какая программа, там вместо $50 платите 100, вместо $100 платите 200. То есть сразу выскакивает цифра, и в графике другим способом отмечается 2 месяца, который действительно проплачивается одним платежом. Вот здесь не будет ошибок. Сделав такую оплату, потом добавится дополнительный пакет акций к вашей программе. Здесь тоже самое. Получит клиент или партнер эти дополнительные акции только при полной выплате этой программы. Это кажется естественно, но я просто напоминаю. Только тогда все суммируется и оформится одним контрактом по последней выплате общего графика программы в целом. Думаю, что здесь понятно, зайдите, я всегда говорю, если нет у вас лично такой программы, зайдите в кабинет коллеги, посмотрите, как это оформить. И сейчас самое главное, донести эту информацию для всех ваших партнеров, для ваших групп. Теперь переходим к таблице маркетинга. Я здесь предлагаю такую пеструю картину, потому что в фоне оставляю предыдущий маркетинг для того, чтобы у вас была возможность сравнить основной график, основная таблица на реальные проценты сегодняшние, они выставлены в кабинете. Это тоже момент, который нужно просмотреть и показать своим партнерам. Почему-то вчера было очень много вопросов, где-то прочитать, где-то посмотреть. То есть мы даже не знаем, что у нас в кабинете находится раздел «Инструменты партнера», и там есть полное описание маркетинга. Первое, о чем нам напоминает маркетинг, когда мы открываем в личном кабинете,
кроме предложений всех статусов и возможностей, высвечивается ваш личный статус. Вот сегодня и вчера были вопросы по поводу «я сделала все, статус не достигла». Если вдруг произошла какая-то техническая задержка, пожалуйста, с этим вопросом обратитесь к поддержке, технической поддержке, что вы выполнили условия, а у вас статус не отображается. Но реально он отображается в двух местах в кабинете. Только открывая свой личный кабинет, под вашим именем пишется ваш статус, но открывая описание маркетинга, тоже конкретно появляется ваш статус на данный момент. Это первое, вы видите свой статус. Второе, что вы видите, это текущая строка, которая показывает, сколько личных продаж вы сделали за текущий месяц. Это очень важно, потому что у нас основные условия 15% за личные продажи на первой линии, но каждые 5, 10 и 20 продаж дает возможность получить от 1 до 3% дополнительно. Эти условия сохраняются на всех уровнях. Я хочу сказать, что даже партнер пришел только что, начинает заниматься в нашей системе, сразу получает эту возможность. Кроме 15% получить дополнительно 1, 2 или 3% в зависимости от своей активности и сколько он сделал. Для того, чтобы контролировали сами себя, в разделе инструментов вы это видите. Вам строка показывает, сколько проплат лично вы смогли сделать с первой линии и на каком проценте вы сегодня находитесь. Эта строка обновляется каждый месяц. То есть этот расчет ведется с первого числа по конец месяца. И каждый раз делается расчет. Прошли 5 продаж, перерасчет на 16%. Прошли 10 продаж, перерасчет на 17% и так далее. То есть я думаю, это шикарная возможность. Следите сами за этим, и кабинет вам помогает вести ваш учет. И каждый месяц стремимся это улучшить и подняться на 1% выше. Здесь сразу могу сказать, что начиная со статуса эксперта, у нас уже входит в основную систему дополнительный процент, то есть за личные продажи 16% плюс от 1 до 3, в зависимости от количества продаж. Увеличивается доход, и на новом статусе топ-эксперта основной процент 17. То есть есть куда стремиться не только в начале, но и уже существующим лидерам, мастерам, и есть возможность еще улучшить свои доходы и свой статус. Дальше рассмотрим партнера и консультанта. Все как было, стартовые уровни у нас остаются на тех же условиях, как было. Я думаю, здесь нужно сделать акцент на партнера. Вчера был конкретный вопрос от структуры. Это говорит о том, что люди все-таки не в курсе, и ваша задача лидеров напомнить. Партнер у нас человек, который зарегистрировался в кабинете, подписал соглашение о партнерстве и даже не успев проинвестировать лично, имеет право приглашать новых людей, их регистрировать и принимать, как говорится, оплаты и инвестиции этих людей. Как проходит оплаты, партнер получает свои процентуальные доходы, и бонусы зачисляются, и у него появляется возможность со своих бонусов сделать уже свои первые инвестиции, то есть выбирать свои личные пакеты. Это, скажем, плюс для партнера, для совершенно нового человека, который пришел, не имея какие-то свои возможности, но имея свою активность и контактов, может начинать активно развиваться. Консультант, я считаю, это тот уровень, где человек, выполняя условия, они очень простые, два активных людей, то есть себе объем на 100 долларов и два активных людей на 100 долларов, это человек, который просто показывает своими действиями, что он выбрал этот путь, войти в эту систему, он в нее вникает и начинает строить. Мне кажется, это очень важно. То есть, если у вас появляется консультант, это говорится о том,
что у вас есть партнер, с которым работать, с которым помочь и вместе с которым развивать свою структуру, свою группу. Это только его слово «да», я пришел, я буду активно действовать. Но самые лучшие условия начинаются с уровня лидера. Поэтому делаем, может быть, и такой акцент на своих встречах, что лидерская позиция – это позиция, с которой начинаем строить бизнес. Если до этого присматривались и пробовали, то теперь начинаем строить. И я думаю, здесь нужно посмотреть именно процентуально, что предлагает лидерский уровень. Да, желтая строка, если сравнить с правой стороны у нас предыдущие условия, с левой стороны у нас текущие условия. Видите, менялось от 15, мы можем достигнуть на первой линии доход 18%. Уходя в глубину, мы получаем в глубину 6 уровней и процентуально действительно добавлены проценты, то есть 7, 5, 3, 2, 1% в глубину. В целом, если сравнить с предыдущим маркетингом и данным, то лидерская позиция получила дополнительно 8%. Это очень серьезный процент, 8% дополнительно и в глубину, и в ширину, используя обе возможности, расширяем свою первую линию, следим за тем, чтобы здесь платежи проходили и не терялись по пути рассрочек, да, и развиваем глубину. То есть ширина, глубина до 6 уровней дает возможность улучшить, как говорится, условно говоря, вчерашние условия на сегодня на 8% в целом. Это очень серьезный процент, и кто уже активно работает, я думаю, вы заметили уже так улучшаются ваши доходы. Мастер. Посмотрим, у нас уже много мастеров в команде. Это прекрасно. Еще раз вернемся к лидерам и посмотрим, как достигнуть статус лидера. Но те, которые сами уже являются лидерами, я вам просто рекомендую, помогайте своим активным людям достигать этот уровень. И вы знаете, что имея 3 мастеров под собой, вы переходите на статус, извините, 3 лидеров под собой, вы переходите на статус мастера. Какие преимущества мастеру? Да, это глубина до 9 уровней. И если смотреть процентуально, то в целом на всю систему выплаты на статусе мастера добавилось 9%. Это очень серьезный процент, думаю, есть куда стремиться. И еще пару слов про эксперта. Эксперт у нас получает глубину 19 уровней. Сегодняшнее развитие структуры показывает, что у нас есть люди, уже активно развивающие структуры именно в такой глубине. Это действительно приходит тот день, когда вас радует возможность получить с этой глубины. Это активно работает в компании, это не просто таблицы и не только предложения, это реально существующие условия и уже необходимость в этих условиях. И эксперт, если рассмотреть в целом, то эксперт получает 1% дополнительно на первой линии, да, то есть вместо 15 это уже 16%, и на всю систему добавилось 10%. Очень шикарные условия, я думаю, нужно с этим считаться и строить уже себе план, как достигать уровень эксперта. Дополнительный акцент о том, смотрите нижнюю строку, любой статус дает возможность 100% получить дополнительный бонус, акционный бонус. Да, то есть независимо вы на статусе партнера, лидера или эксперта, у вас везде 100% дополнительный доход. Это тоже не вечный бонус, он сегодня актуален, он сегодня дает очень сильную поддержку. Может быть, это один из моментов, почему очень выгодно сегодня строить свою сеть, приглашать новых лидеров и объяснять плюсы нашего маркетинга. Одно – это проценты, другое – это возможность развивать свой бизнес и в ширину, и в глубину. Третий момент – несмотря на каком статусе находится ваш приглашенный человек, он от вас никогда не уходит,
даже при ситуации, если вы достигли позиции лидера, условно, да, как пример играем, вы достигли позиции лидера, а под вами один очень активный партнер достиг уже статус мастера. Он никуда не уходит от вас, вы его не теряете. Он, как ваш привлеченный человек, всегда у вас остается на первом уровне, и его структура условно дальше, там второй, третий, пятый уровень. То есть он всегда под вами и дает вам возможность получать доход от той группы, которую вы пригласили, привлекли, из которой вы работаете. Я как... Сейчас разговариваю с вами как с лидерами регионов, уверен, что вы действительно работаете с людьми, которые у вас в глубине, и неважно на каком уровне, если это человек проявляет активность, это просто ваша обязанность работать с этими людьми, помогать им развивать бизнес. Ну и главный пункт, что у нас 100% дополнительный бонус, с помощью которого мы очень серьезно увеличиваем свой пакет своих личных акций и таким образом в дальнейшем увеличиваем свои доходы. Это тот момент, на котором нужно делать акцент, привлекая людей и не знаю похожих планов, которые могли бы предложить хоть похожие условия. Поэтому сегодня именно тот момент, когда строить свою группу, есть очень хорошие плюсы, с помощью которых приглашать новых и новых лидеров в нашу команду и в наше развитие. Давайте посмотрим условия. Сейчас сразу говорю, что партнер-консультант – это меньше, наверное, трудностей достичь эти уровни, и нужно сразу ставить цели и идти к лидерской позиции. Она, в принципе, очень доступна, и такая была наша цель, чтобы в лидерскую позицию за короткое время люди увидели возможность прибыть в эту позицию и тогда понять, что они на стабильной позиции, на стабильном месте, и дальше идет только развитие вверх, и нет уже возможности, как говорится, остановить свой бизнес и что-то в нем или остановиться, или терять. Здесь только идет развитие вперед. От лидера до мастера остается только несколько шагов. Поэтому сейчас акцент делаем на лидерскую позицию, строим в своей команде много лидеров, чтобы они активно развивали нашу команду в дальнейшем. Личная покупка $200. Личная покупка $200. Лидер себе лично выбирает и находит трех активных людей, которые выполняют те же самые условия. 200 личных долларов вкладывается для приобретения своего пакета. Здесь акцент на то, что пакеты или объемы накапливаются. Те, кто не могут сразу, делают это постепенно. Вчера по вопросам дискуссии с партнерами, я понимаю, что все работают на разных рынках, с разными клиентами, с разными деньгами, с разными возможностями. Мы должны смотреть на все предложения. Мы должны готовиться к серьезным инвесторам, и мы должны обслуживать так называемых мелких инвесторов. Инвестор у нас всегда, как говорится, прав и требует своего внимания и уважения, но мы как партнеры должны уметь работать с разными предложениями и быть готовы на все категории инвесторов. Поэтому $200 – это очень хорошо. Они приходят по-разному. Кто-то приходит и сразу проплачивает 200, а кто-то накапливает их постепенно. Но кто-то идет быстрее и делает еще совершенно по-другому. У нас все позиции определяются по трем критериям. Это первое – личная инвестиция. Для лидера это $200. Второй критерий – это лично приглашенный на первом уровне три активных человека по $200. И третье условие – общий объем моей личной инвестиции и моей первой линии – $2000. То есть здесь можно идти по-разному. Расширяйте свою первую линию и кроме трех активных на $200 набирайте еще несколько инвесторов на разные суммы.
чтобы ваши личные инвестиции и сумма первой линии в целом составила $2000. Проговорим мастера и эксперта, и потом вернемся к лидеру, как быстро это сделать. Хорошо? Для мастера на первой линии вы видите две цифры. Это специально я оставляю вам информацию, которая была до этого, которая у нас сейчас актуальна. То есть личный объем вместо $500 вырос на $1000. То есть новый маркетинг ждет, пока вы наберете $1000 личной инвестиции. Второе условие: у вас должны под вами быть 3 активных лидера на первом уровне. Так оно и было, так оно и есть. Кто такой лидер, мы видим, да, и сейчас еще обсудим. И общий объем $5000. Если смотреть по тем мастерам, кто уже находится на этой позиции, совершенно соответствующие требования, они приходят само собой, и это все реально, и это все реализуется. Для эксперта меняем свою личную инвестицию от $2000 до $5000, то есть, напоминаю, на накопительное, да, за все время, пока мы постоянно инвестируем, мы доходим до своих личных инвестиций $5000. И второе условие – 3 мастера иметь под собой. Здесь есть одно очень хорошее «но». 2 мастера у вас должны быть на первой линии, то есть лично приглашенный. Третий может развиваться где-то в глубине, в третьей или в пятой ветке, неважно. То есть 3, как минимум 3 разные ветки, но мастера, 2 лично приглашенные, третий где-то активный человек в другой группе, в другой структуре, в другой ветке, как вы каждый это привыкли называть, то есть третий активный человек. Это мотивация работать в глубине с теми активными людьми, которые приходят. Условия совершенно выполнимые, только нужно их знать и целенаправленно к этому идти и работать. Общий объем здесь $10000. И топ-эксперт, да, у нас дополнительный уровень, личная инвестиция $10000. У нас 3 эксперта на первой линии и общий объем как минимум $30000. Мы понимаем, что сейчас сильно развиваемся, лидеры начали активно работать, новые регионы приходят, активно вступают, поэтому топ-эксперт – это просто необходимость уже иметь следующий уровень, который дает возможность активным людям еще расти и себя подтвердить. Возвращаемся обратно к лидеру. Хочу дать 2 рекомендации, то есть быстрый способ дойти до лидера. Вот если рассматривать наше предложение как бизнес-предложение, то предлагаю 2 варианта. Бизнес-предложение соответствует названию бизнес-программы. Вот возвращаемся, у нас есть бизнес-программа на $200 инвестицию. Предлагаю сделать такое предложение. Я прихожу в бизнес, приобретаю себе эту программу, привлекаю активных партнеров, с кем вместе буду строить свою группу и развивать свой регион, свой рынок, и им предлагаю выбрать бизнес-пакеты. То есть я выбираю бизнес-пакет, это $200, у меня 3 партнера приходят с бизнес-пакетами, это 3 раза по $200, и это в целом уже $800, и нехватающую сумму на 2000 мы привлекаем на первой линии дополнительных клиентов на любые другие программы. Но бизнес-пакет дает возможность быстро начинать и стартовать в направлении достичь статус лидера. Смотрите, даже если прошел 2 месяц и все проплатили 2 проплату, вы в принципе уже планируете, за какой срок, за какое время вы достигаете этот статус, если не можете закрыть его сразу. То есть здесь бизнес планируемый – это очень тоже хороший дополнительный момент. Но более короткий еще путь, выбирая сейчас самую хорошую программу, я хочу сказать, что это самый лучший инструмент для инвестора, для партнера, как инструмент, с которым работать, и для партнера, который хочет строить здесь бизнес, это пакет с деревом на $500 на 2 месяца. Вот смотрите, если вы выбрали себе этот пакет, вы таким образом приглашаете людей в бизнес и говорите, выбирай то, что сегодня очень выгодно, потому что вкладывать $500 под дискаунт 400 –
Но поймите, это последний шанс. Таких условий наверняка в дальнейшем уже не будет. Мы скоро переходим на следующий этап, и дисконты будут меняться. Сегодня это уникальная программа, очень хорошие условия, и она очень привлекательна для построения бизнеса. То есть три активных человека выбирают эту программу, и смотрите, какая у вас сильная команда. Я себе взял этот пакет, нашел трех активных, кто выбирает пакет по $500. Мы моментально закрыли условия лидерской позиции, то есть это $2000 в целом. Все эти люди имеют свое личное дерево, все эти люди могут поехать в экотехнопарк. Возвращаясь, нет сомнений, все ясно, все понятно, как работать дальше, не будут такие вопросы, как вчера. То есть у нас было много новичков вчера на встрече и задавали те вопросы, которые новички часто любят задавать. Я даже не стала отвечать, потому что все мы лидеры и можем своих новичков, как говорится, обучать и приучать к нашему проекту и показывать, где у нас отличия с другими проектами, почему мы такие стабильные, почему мы такие уверенные, и почему мы знаем, что у нас в октябре большой праздник, и у нас уже реализация нашего проекта. То есть для этого мы стремительно идем вперед. Вот запомните эти две программы, бизнес-пакет и пакет с деревом на $500 на 2 месяца. Это очень хорошие инструменты для вашего активного продвижения именно в сети, в структуре, в команде. Вот кто ставит себе цель здесь быть, как в своем бизнесе, зарабатывать и развиваться, это очень хорошие инструменты, с помощью которых вы увидите быструю реализацию себя. Достигая лидерскую позицию, мы уже спокойно идем, делаем следующие шаги, и просто команда растет, объем растет, и вы незаметно, постепенно уже переходите к статусу мастера. Да, сегодня эти статусы, начиная с лидерской позиции, дает хорошие доходы, шикарные возможности. И пару примеров еще раз, да, вы уже это все слышали и знали, но у нас все складывается вместе, поймите правильно. У нас есть первый пункт, у нас продолжается добавление процента за личные продажи. За то, чтобы сделать свой статус, вам необходимо найти этих активных людей, которые вас движут к этому статусу. Ихние проплаты тоже добавляются к эти бонусы, к этим 16, 17, 18 и выше процентам. Дальше у нас экстра бонус, который нам дает возможность не только в денежном виде, но самое главное в виде акций улучшить свой портфель. Притом этот бонус, он хорош и для инвесторов, и для партнеров. То есть посмотрите, какие у нас инструменты. У нас шикарные программы для инвесторов. Они просто могут сегодня за короткое время составить себе идеальные портфели, делая это пошагово и доступным графиком, и также это для партнеров, когда мы получаем экстра бонус в виде акций, денежный бонус в виде повышений ежемесячных процентов, и еще у нас в целом на маркетинг по разным статусам добавилось от 8 до 10% дополнительного дохода, и в целом у нас добавляется на все эти плюсы, у нас выплачивается 100% акционный бонус. Акционный бонус здесь ниже мелкими цифрами, но все-таки просматривается, то есть я всегда напоминаю, можете накопить, и я рекомендую накапливать этот бонус за несколько месяцев и делать себе план, к чему вы хотите прийти и какой дополнительный портфель себе приобрести. Начиная с 30-60 долларов, которых рекомендую не тратить, а накапливать. Смотрите, $130 вам уже дает 13 тысяч акций, $200 вам дает уже 20 тысяч акций, а если вы этих 200 накопите до 550, то это 82 тысячи акций, а $1000 это 200 тысяч акций. Очень серьезный портфель. Кто видит себя в этом, ставьте цели, идите к $500, идите к $1000, идите к $5000, которые вам позволяют приобрести пакет на 1,5 миллиона акций. Это все делается за активную работу. То есть вы можете получить 1,5
тысячи акций, портфель, не вкладывай свои деньги, а вкладывай свою активность. Работайте, развивайте команду и на основе этой команды накапливайте свой бонус. Ну, куда еще лучше условия? То есть заканчивая март с хорошим настроением, но берем все эти пункты себе, как говорится, держим в голове и стараемся выполнить каждый из, взять, не то что выполнить, а на себя использовать все эти плюсы, которые предлагает компания. Потому что маркетинг дает очень много хороших моментов. Теперь вопрос за вами. Как вы воспользуетесь этими экстра бонусами и дополнительными процентами? Они очень хорошие. И я вам желаю просто успеха и удачи. Давайте активно работать весь апрель и с улыбкой на лице встречаться на нашем фестивале в Минске Марины. Ирина? Ирины нет. Знаете, я напомню вам один нюанс, пока рано подключается. Это еще конкурс на $500. Коллеги, откройте 18 марта. Это дата, когда была выслана электронная почта, четкое описание о возможности получить в подарок поездку в Экотехнопарк в размере $500. Это очень шикарный конкурс, то есть личный объем $15 000 или объем вместе с первой линией $15 000 с периода с 20 марта. Конкурс 20 марта по 15 апреля, и все зачеты будут делаться 20 апреля. Вот откройте все нюансы, прочитайте. Конкурс именно для мотивации, поездка, подарок в Минск. Я вам рекомендую это порекомендовать своим партнерам. Постараться выполнить. Ирина, пожалуйста, тебе слово. Значит, коллеги, сейчас я вижу вопрос. Давайте сейчас быстренько пройдемся, да? Вопрос задается, когда будет смена дисконта. Сейчас пока есть как бы негласное такое положение, что это до Минской конференции. Возможно, это будет чуть раньше, но, скорее всего, это до 20 числа апреля. Поэтому сейчас у нас есть еще замечательные 20 дней, условно, потому что 20-е, 21-е кто-то уже будет в дороге и так далее. До 20 апреля поработать очень-очень плотно. То, что касается программ по продлению, кто уже выкупил с большим дисконтом, это для участников январских, декабрьских программ. На сегодняшний момент даты были оговорены, что это можно делать в марте. Давайте дождемся первых чисел апреля, и тогда будут уточнения. Сейчас такая максимальная возможность есть еще до конца месяца несколько дней. Пожалуйста, это супер большие дисконты. Речь идет о 600, о 500. Таких программ уже нет. Сейчас у нас фантастическим дисконтом считается 400. Это то, что сейчас показывала Инета в программах, поэтому просто используйте эту возможность. Не задавайте вопросы, как долго это будет. Это есть сейчас, и сами привыкайте это отвечать вашим партнерам и инвесторам. Это на самом деле так. Я в самом начале сказала, что у нас наступает просто вот уникальнейший период. Не зря в ролике об этом также упомянулось, что с мая у нас просто разворачивается следующий этап событий. Поэтому просто понимаем, что-то мы не можем сейчас еще озвучивать и говорить точные как даты, как цифры и так далее. Но мы все время говорим, что, пожалуйста, максимально используйте вот на сегодняшний момент до 20 апреля все возможности, которые есть на сейчас. Да? Так, по дисконту, когда произойдет, я думаю, что я ответила вам на этот вопрос. Сразу хочу сказать, нас уже также поставили в известность и предупредили о том, что не будет очень долгого продления дисконта, например, как еще продлевается на неделю, на 10 дней и так далее.
Как только будет объявлен смена этапа и смена дисконта, никаких продлений будет, не будет. Может быть, дадут несколько дней, ну, максимум неделю для того, чтобы люди смогли что-то еще выкупить. Все, и сразу будет смена дисконта, смена программ. Как я уже сказала, что после утверждения Минтрансом сейчас к нам в помощь пришли очень крупные фонды, компании, банки и так далее. Я думаю, всю эту информацию нам озвучит Анатолий Эдуардович Юницкий. Предоставим ему такое его право. Так, давайте еще какие есть вопросы. Акция «Дополнительный подарочный бонус» действует до 1 апреля при двойной оплате или будет еще в апреле? Уже ответили на этот вопрос. Экстра-бонус действует в апреле. Да, на акцию, которая действует до конца марта, не является датой определения порядка или дату платежа. Еще раз, на акцию, которая действует до конца марта, не является датой определения порядка или дату платежа. Нет, не является. Инета, я еще раз попрошу тебя тогда озвучить этот вопрос, очень четко проговорить. Я так понимаю, что этот вопрос звучит относительно бонуса. Правильно я поняла? Да, последний вопрос как-то запутанно задали, сложно понять, но еще раз подтверждаю. Экстра бонус, то есть двойная оплата или привлечение трех людей, оно работало в марте и оно будет работать в апреле. То есть в апреле привлеченные люди будут считаться снова. То есть сейчас мы посчитаем, у кого есть трое приглашенных, и вы получите свой экстра бонус, в апреле это начинается снова. То есть с 1 апреля у вас первый приглашенный, второй приглашенный, третий приглашенный или просто сделанный двойной платеж клиенту или партнеру, неважно. То есть все программы, которые сегодня в кабинете, которых я сегодня и открывала, и показывала, они все актуальны и в апреле месяце. У нас апрель через 2 дня. Поэтому мы заканчиваем март и продолжаем апрель. До поездки в Минск мы активно работаем всем тем, что есть. И не волнуйтесь про дискаунт. Всегда компания заранее объявляет смену дискаунта. Оно не за горами, но оно не завтра. Поэтому спокойно работаем с теми хорошими программами, которые есть. И сегодня каждый день нужно подходить к предложению компании с такой позицией. Сегодня есть, с этим работаем. Не спрашиваем, что будет через месяц. Работаем очень активно, потому что компания активно развивается. И все изменения тоже могут прийти быстро и активно. Но вы всегда будете предупреждены. Это самое главное. Очень такой важный вопрос задавался, кстати, неоднократно и на почту мне. Скажи, пожалуйста, вот сейчас такая ситуация, что в марте человек приобретает пакет и осуществил двойной платеж, дополнительно получив бонус. По этой же программе, если он делает в апреле месяце также двойной платеж, он получает второй дополнительный бонус. Скоро, наверное, будете рассказывать как анекдот, потому что я уже повторяю который раз, что почему-то у вас есть желание получить кусок торта, на котором есть и вишенка, и клубничка. Обычно мы выбираем кусочек торта, на котором есть что-то красивенькое, вкусненькое. Это один экстра бонус. Нельзя получить такой кусочек, на котором две ягодки. Ну, будьте логичны и подходите, вы получаете подарок, определенный подарок. Ну, чаще всего на день рождения тоже дарим один подарок, правда? То есть здесь надо правильно рассуждать и корректно к этому подходить. Есть другой нюанс. У некоторых наших партнеров и клиентов есть несколько таких программ. Вот вы можете на каждую из этих программ сделать дополнительные условия и получить дополнительный пакет. Например, у вас есть программа на $25 и у вас есть программа на $100. На одну вы сделали двойной платеж, на другую вы привлекли трех новых партнеров.
И сегодня у нас на встрече все лидеры. Лидеры, у вас есть основная задача – научиться самому и научить своим партнерам привлекать трех новых партнеров или клиентов, а не тратить свои деньги. Это самый легкий путь – потратить свои деньги, сделав двойной платеж. Нужно привлекать трех новых людей, с помощью этого получить дополнительный бонус. Это будет дополнительный бонус сегодня, но это будет дополнительные бонусы у вас, дополнительные доходы, так будем называть, остальные 9-10 месяцев, смотря какую программу ваш клиент приобретет. Смотрите на один шаг дальше. Для лидеров это, можно сказать, обязательная задача регистрировать трех новых партнеров и получить дополнительный экстра бонус именно по этому пути. Но на одну программу только один бонус. Инетта, благодарю тебя. Все, как всегда, очень подробно. Коллеги, мы уже будем завершать нашу встречу. В конце хотела бы сказать, что еще раз поблагодарить за хорошие работы, за хорошие объемы. Давайте мы еще поработаем эти пару дней, и цифра, чтобы всех нас порадовала, уже 1 числа на следующей нашей планерке мы обязательно это озвучим, обязательно об этом скажем. Итак, у нас до следующей встречи в плане, прямо, пожалуйста, запишите себе, обязательно зафиксировать и провести в плане до поездки в Минск рабочую встречу со всеми партнерами по маркетинг-плану, по мероприятиям, именно по организации проведения мероприятия в Минске. Все организационные моменты, чтобы вы знали свою ситуацию, кто у вас едет, кто у вас не едет и так далее. Сорганизуйтесь, ответьте на те вопросы, которые есть, да, чтобы вы знали, что у вас все это организовано. То есть маркетинг-план и организационные вопросы по поездке в Минск. Потому что одними из организаторов всего мероприятия вы будете являться также, так как вы являетесь руководителями регионов. Коллеги, как мы уже говорили, договора готовы, те, кто мне уже прислал. Также, пожалуйста, напишите мне, кто еще не подписал такое соглашение. Я проверяю, сверяю с расписаниями, с таблицами и так далее. Все соглашения, договора вы получаете в Минске. Я лично вам с удовольствием их вручаю с подписями и так далее. И, коллеги, начиная уже с марта месяца, у нас начинается новый этап. Сейчас еще в апреле месяце есть такая возможность показать себя, проявить себя, действовать очень активно. Как я уже и говорила, с мая месяца мы делаем переформатирование нашего чата, мы обновляем чат, и в нем остаются только те, кто подписал соглашение, кто работает, кого мы лично знаем, кто проявляет инициативу и так далее. То есть наших руководителей, наших замечательных лидеров. И также будем ждать следующих очень активных инициативных людей. Как мы уже говорили, на ближайшие 50 лет мы работой обеспечены. Поэтому всем прекрасного настроения, самочувствия, замечательных планов и до встречи. Всем успешных дней. Итак, всем пока. До связи. Пока.